Мы слушаем. Нет, мы смотрим. Потому что это мы уже слушали. Оно есть оно, блядь. Она, песня. Есть у нас здесь. Естественно, мы ее забирали в мейнстрим. Замечательный фит Аники и Майота, который называется «Таю». Это очень хорошая история. Да. Тан-тан-тан-тан-тан. Аника-то, да. В общем, вот так вот. Что это такое, я не знаю. Как будто бы должно быть хорошо. Во-первых, Аника и Майот, Газ Голдер, да. Ну, что, неужели это плохо? Тем более, сумасшедший альбом просто. Просто сумасшедший. Поэтому ждем качества. И то, что давала нам Аника, условно, вот на прошедшем концерте у Бушидо Джо. Прям, знаете, такая поп-звезда, короче, вышла. И все такие, уф. В плане исполнения, ну и образа, и вообще всего, да, такая прям молодец, короче. Она прям раскачивается конкретно сейчас. Прям это хорошо и круто. Мне очень нравится. Бэм. Смотрим, слушаем, как это работает. Динамика, сочетание двух артистов. Возьмем ли в номинацию или нет, непонятно. Let's go. Давайте, друзья, бам-бам. Песня хорошая. Хотелось бы качества. Ничего себе, антураж. Очень красивый ракурс, просто фантастический. Да, вот это сочетание всего зеленого. Вау, просто. Фу-фу-фу-фу. И вот этот момент, смотрите, да? Бирюзовый вот и вот. Зеленый здесь, тут, вот здесь и здесь. И бирюзовый дальше там, видите, вон стул. То есть по нижней линии проходит бирюзовый. Здесь проходит зеленый. И здесь, где лицо и голова, там вон дерево, бутылки, вот эта вся история. То есть настолько это прям пах. Это круто. Очень красиво. В целом, цвет и свет хороший. Но вот именно этот кадр, это нечто. Вот это тоже было все хорошо там до этого, да, интересно. Очень круто. Вот это тоже норм. Да. Воу. Проще мне тебя не знать. Я таю. Пошли тусоваться, короче, да? Ничего, он залетел через телевизор. Опа! Опять соседи не спят, с тобой нарушаем громкость. А потом не сдавай, бегай. Давай, я тебя ловлю, прыгай. Ты под Майотом, я под виском. Потерялся в тебе. Ага, пошла динамика под речитатив Майота более-менее. Если честно, нам с тобой тесно. Хочется, чтобы весь мир был наше место. Почему тут нас так тянет, неизвестно. Интересно, скоро я раздаю. Я даю прямо тебе на глаза. Ага, это чип. Очень хорошо, когда динамика монтажа меняется под конкретного артиста, да? Под отдельный парт. Видите, как долго уже не меняется кадр? Угу. Да, тут такая перебивочка обратная. Да. Пауза такая, да, пауза. А, утрушечка уже потихонечку.
Очень-очень-очень круто, да, действительно, я таю, короче, такой, типа, я таю. Как-то так. Прям веришь, да, 100%. Вот такая, типа. Такая грусть. Как же так, как же так? Еще аутро есть, да? Спасибо, ребята. Это реально круто. Это красивый клип. Красивый клип. Динамика интересная. Цвет отличный. Постановка кадра хорошая. Залетают артисты интересно в клип. Да, у всех своя история. Конечно, Аника тут забирает основную историю. Тут прям очень много вот у нее, про нее, да, всего вот этого. Да, парт Майота тут как бы вот, ну, тут танцует он как бы с девушками, да, на телевизоре, и все толком, да? Да, то есть у него вот этот парт, угу, здесь он, на флексе, короче, и все. Угу, так он встроен, в общем, да, встроен, угу. То есть они как бы тут порознь, да, порознь, и каждый типа своим делом занят. Угу. Единственный момент, наверное, да, который их не дает. Ну, с другой стороны, что не дает? Она вот там тает сама флексит, он там флексит с кучей девушек. Вот так вот они и кайфуют, короче. Я думаю, что это норм. Готовый артист. Ну да, естественно. Но мне кажется, она не то, что готовый артист, она уже артист, который уже реализовал свою готовность, да, и альбомом, и выступлениями, и вообще медиа своими, признанием, и фитами, и всем. То есть она как бы готовый артист, который уже на базе этой готовности уже колпашит конкретно, типа. Я думаю, что да. Прям по-любому, типа. Так. Это хорошо прям, да, это прям хорошо. Расталкивает база, да. Да, все-все. Спасибо, это хорошо, да. И трек отличный, и клип отличный. Я думаю, что можно забрать номинацию клип. Очень красивый, мягкий клип. Ну, цвет, естественно, полностью соответствует происходящему. Давайте заберем. Ну да, да, один из крутейших исполнителей, я еще и говорю, поэтому... Давно-давно готова, просто сейчас все свое забрала. А, в плане забрала, типа? Ну, возможно, да, возможно. То есть, типа, underrated, да, типа, там, most underrated, недооцененный в плане фейма, типа, артист, его сейчас, наконец-то, начинает тащить катку, возможно. Но я думаю, что она и сейчас, в принципе, готова как артист с точки зрения качества, да. Сказать, что там, типа, вот она столько лет уже вот на таком уровне тащит, не знаю, может быть, я не знаком со всем ее творчеством, но как будто бы вот прям какие-то последние вещи все сильнее и сильнее, да. Когда уже будет оценка клипов, условно, качество монтажа, соответствующей динамики, сути песни, что-то такое... Были мысли просто оценить по 10-бальной шкале, да. Но это недостаточно этого в целом. Я думаю, что пока это все равно совокупность общего впечатления и каких-то отдельных нюансов. По монтажу, по спецэффектам, по цветам, по игре актеров и самих артистов. Всего этого. Пока это просто как совокупность. И типа там условно можно... Ну я бы этому клипу 9, допустим, поставил. 8 и 8, 9, вот такое. Если будет оценка по клипам, просто по 10-бальной, но обязательно она должна делиться на десятые доли. Типа там 8, 9, нет, тут точно так не пойдет. Тут надо прямо, чтобы это было 8 и 8, там 8 и 7, 8 и 5, 8 и 4. Такое, короче, хотелось бы. Вот, ну, не знаю, в общем, это номинация, точно. В остальном вы уже сами будете смотреть, да. Спасибо, спасибо всем, кто имел к этому отношение. Так, а кто имел к этому отношение, самый главный вопрос. Александр. Самбур. Да, как же мы не прочитали, естественно. Александр Самбур. Спасибо большое. Это очень хорошая работа. Директор фотографии Марк Миллер. Аркадий Чистяков. Молодцы. Продюсер Инна Бах. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Молодцы, ребята, молодцы, да. Эффекты. Все тут, все здесь анимация. Стайл Майот. Яна Сибильская. Сибильская. Сорян, если что-то неправильно. Да, столько народу, да-да-да, танцоры здесь, танцовщицы, да. Угу. Дэнсерс, Инстрина, Пони, Саша Смирнова, Аня Цыганкова, Анжелина Наврузова, Елизавета Лебедева. Все здесь, Инстрина тоже здесь, да. Дэм. Короче, все круто.
Спасибо. Молодцы.